Сегодня Всероссийский день семьи, любви и верности. Глава региона Олег Николаев подписал указ о материальной поддержке многодетных пар. Документом предусматривается улучшение жилищных условий семей, воспитывающих больше 8 несовершеннолетних, освобождение от уплаты транспортного налога, правда, только на легковушке, до 150 лошадиных сил. Кроме того, с 2022 года семьи, в которых родился третий или последующий ребенок, смогут потратить материнский капитал на покупку машины. С 1 сентября этого года школьников из многодетных и малоимущих семей обеспечат бесплатным горячим питанием. В этом году на эти цели будет направлено 120 миллионов рублей.